всегда при... Что при... Не забудь наш... У тебя есть... Новый день. Помни, я бы... Ищу. До встречи. Покажи мне все.
Если меня узнают, будет плохо. Смотрись вокруг. Жаждешь смерти? Stop!
Сиво! Тока говорила, что торговку-бретонку Нольвен можно найти где-то здесь. Она должна знать, как пробраться на остров. Она не дала мне вина. Говорит, сторожи мой склад, и получишь целый кувшин. Я следил за той грудой камня целых 3 часа. И где мое вино? Проклятая левша Нольвен, дочь бретонского ворюги! Прости, друг, ты сейчас говорила о торговке Нольвен, да? Верно. Эта дрянь обещала мне кувшин вина, если послежу за ее складом. Да, и где находится этот склад? Ну, где-то к востоку отсюда. На стене крест, как на домах больных чумой. Спасибо, дружище. Может, тебе поспать, а потом уже браться что-то сторожить. Верно говоришь. Еда, травы, бинты. Интересно, для кого? Наконечники, оселки. Все это явно для острова Сите. Торговка должна знать, как туда попасть. Торговка знакома с королевой? Может, Рихарда подскажет, где Нольвен? Помолимся словами Спасителя нашего. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Язычник пришел в святое место с оружием! Нет, это друг. Люди добрые. Церковь не место для битвы. Как можно доверять этим отродьям сатаны? Скажи, скольких ты убил? Друзья, помните,
Самарянин же увидел раненого, сжалился и перевязал ему рану. Ты не щадишь себя? Кто-то должен позаботиться о павших в битве. Это жертва чумы, не войны. Война приносит чуму, Эйвор. Я еще не готова вернуться к Карлу, если ты здесь за этим. Нет. Я пытаюсь найти одну бретонку по имени Нольден. Воровку? Я ее знаю. Женщина с дурной славой, но не бесполезная для тех, кто готов заплатить. Говорят, будто никакие стены и стража ей не помеха. Да. Так зачем тебе нужна эта женщина? Лучше взять город, пока жители не умерли от голода. Я постараюсь их защитить. Вот только войско ведет убийца Сигфрид, не ты. Он мстит нам, разоряя город за городом. Франки убили его брата. Кто из норманов пойдет следующим ради мести Сигфрида? Его племянница? Может, ты? Я не могу прекратить осаду. Лишь призывать к перемирию. Я делаю, что могу. Ты спас мне жизнь. Так что я доверюсь тебе, мой добрый самарянин. Спасибо, королева. Я в долгу не останусь. Клянусь. Где та бретонка? Увы, не знаю. Она порой заходит к нам. Я знаю. Знаю, где убежище Нольден. Можно я покажу? Устами младенца. Хорошо, малыш, но не задерживайся. Не спеши, принц. Здесь небезопасно. Теперь всюду опасно. Так матушка Рихарда сказала. Как ты узнал, где скрывается торговка? Я вчера решил за ней проследить. Интересно же. Но она меня заметила. Глупо вышло. Знакомое место. Спасибо, Бернар. А теперь беги к королеве. Пока, Эйвор. У нас же еще будут приключения, да?
Здравствуй, храбрый незнакомец. Увы, у меня нет серебра. Я пришел не за твоим серебром. И уж точно не за головой. Хвала всем святым. Спасибо за своевременную помощь. Но мне пора. Слушай, я вожу дружбу с Рихардой, королевой Франкии. А я жена папы римского. Долгих ему лет. Говорят, стены тебе не помеха. Помоги мне. Я всего лишь заблудший бретонский бард, а не какой-нибудь призрак. Да о твоей тайной торговле знает весь Париж. Даже принц. Мне нужна твоя помощь. Допустим, я кое-что и знаю. А что ты можешь предложить? Тока хочет вернуть свою подвеску. Вот так, да. А вот ее побрякушка. Скажи ей, я буду в Нанте, когда все закончится. Я передам это Токе. Прекрасно. Ну, Норман, что тебе нужно? Я ищу способ миновать стены. Может, есть какой-нибудь подземный ход или тайная дверь? Нет, все не так просто. Франки дальновидны. Но с этим ключом ты сможешь преодолеть мост. Мост? Я и так могу туда попасть снаружи. Вот если бы знать, как его обрушить. Серебряная птичка нашептала мне, что опоры моста обветшали. Ясно. Если удастся обрушить мост, дракары смогут взять город в кольцо. Я тебе об этом не говорила. Прощай. Где же мост? Должен быть где-то рядом. Торговка не солгала. Пара кувшинов масла, и мост рухнет. Расставлю кувшины заранее, чтобы уничтожить мост во время атаки.
хотите, чтобы я в одиночку следил за норманами? Мне что, жить надоело? Погляди им, как они удержат город без моста. Эй, тебе тут не место. Хотя и мне, в общем-то, тоже. Так давай представим, что мы где-то еще. Почему бы и нет? Так и так помирать. Если что-то сдвинуть, я смогу перебраться. Славно. Теперь все готово для нападения на остров. Пора назад к остальным. Если меня узнают, будет нужно встретиться с Сигфридом на колокольне. Присмотрим место для его катапульт.